As a member of the California State Legislature, как член законодательного собрания штата Калифорния, я и мои коллеги будем выдвигать резолюцию с призывом к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов принять меры и действовать, чтобы мир знал и армянский народ знал, что мы с ними. Мы будем пытаться оказать давление на Азербайджан. Я из Арцаха. Сейчас вся моя семья там находится в очень затрудненном положении. Из-за закрытия дороги люди не имеют возможности выхода и входа из Арцаха в Армению и в другие страны. Продукты очень трудно найти. Аптеки, они пусты. Если бы не Красный Крест, люди вообще бы не имели возможности приобрести необходимые лекарства. У меня есть родные в Арцахе, мы за них боремся, им нужна помощь. Им нужна наша помощь, они держатся как только могут, но им нужна гуманитарная поддержка, они голодают. Правительство США может начать оказывать гуманитарную помощь Арцаху, отправлять еду вместе с электричеством и ввести санкции в отношении Азербайджана. Путин пытается получить выгоду от Азербайджана и Турции, которые хотят получить этот коридор. Армения не может позволить им забрать эту дорогу. Если это случится, это будет конец для всей Армении.